Москва, 4 мая, РИА Новости. Россия выступает за решение внутренних проблем Армении на основе Конституции в правовом поле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На данный момент ситуация в Ереване и в целом в стране в определенной мере стабилизировалась. Мы со своей стороны неоднократно отмечали, что выступаем за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе Конституции страны. В правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики, заявила она на брифинге в четверг. Она добавила, что Москва неизменно нацелена на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению нашего союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества. Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале бархатной революции. Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой Кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в Конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать